Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сай, ты опять? Чё опять? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Может, хватит? Что хватит? Каждый день одно и то же. Я нас двоих переживаю, между прочим. Раз, два, три, четыре. Ты не переживаешь, ты панику разводишь. Я панику развожу? Да ты мне еще спасибо скажешь, ты че, вообще не... А это че? Где греча? Да я воды хотела попить, забыла, что там греча. И где она? Мусорку выбросил. В мусорку стакан гречи? Да ты что, вообще сдурела, что ли? Значит так, ты сейчас поднимаешь свою задницу и идешь на улицу добывать гречу. И только так ты поймешь, чего это стоит. Ладно. Ладно, вставай, иди. То есть ты вот так собралась идти? Да. Да ты там так и 2 минут не протянешь. Все. Минут на 15 тебе хватит. Давай. Я в тебя верю. Зай? Зай, ты чё? Ты кто? Это я. Зай, вот, я тебе гречу купила. Не ври! Регины больше нет, там невозможно выжить. Стой на месте! Пожалуйста, не паранойй. Да кто параноит? Кто параноит? Ты не понимаешь, что ли? Скоро конец света, апокалипсис начнется. Продуктов не будет, а так у нас хотя бы чуть-чуть ресурсов. Мы сможем протянуть немного времени. Я вижу, что ты заботишься о нас. Я ценю это. Я тебя тоже люблю. Но сейчас ты перегибаешь палку. А это сейчас не нужно. Но я же бдю. Бди. Ручки мой, попку мой. Главное, не паникуй. От этого только хуже. Да. Понимаешь? Да. Все будет хорошо. Да. Все, я спокойно. Спи, отдыхай. Все будет хорошо. А бумага есть? Есть. А много? Всем хватит, да. Точно? Точно. Вот еще есть. Да. На столе.